Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и наконец-то Дернимар стал доступен для заказа со скидочкой. С 19 сентября по 20 октября принимаются предзаказы на недавно анонсированный смартфон Дернимар. Характеристики у него, значит, такие: цельный металлический 5,5-дюймовый Дернимар работает на 8-ядерном 64-битном процессоре Helio P10 MT6755 с тактовой частотой 2 ГГц и имеет сканер отпечатка пальцев, распознающий палец владельца при касании под любым углом. Автономную работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки. Full HD дисплей Вернимарс окружен тонкой рамкой, толщина которой всего 1 мм. Габариты Вернимарс составляют 151,6 мм по высоте, 73 мм ширина и 7,6 мм толщина. А находящиеся внутри корпуса антенны для приема сигнала расположены по такому же принципу, как и в последних смартфонах iPhone и Meizu. В аппарате используется 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Фотосъемку можно осуществлять с помощью 13-мегапиксельной основной камеры с сенсором Sony EMX258 и фронтальной 5-мегапиксельной камеры Samsung S5K55E2. Вернимар работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.